Посмотрите. Что это у меня грязный. Вы посмотрите, кто тут прячется. А? Кто тут в цветах прячется? Алиса. Кто позволил? Кто позволил засесть в цветы? Да, пока ты их не грызешь, все хорошо. Алиска. Ну все, прилегла. Хорошо лежать на природе, среди цветочков. Ну, нашла себе пляжное место. Алиска. Ну что ты? То давайте снимайте меня, а то совсем не хочет в кадр смотреть. Ты чего это на меня грызаешься? Ну ладно, не будем мешать. Кто это тут загорает, а, Алиса? Кто загорает? Среди пальм. Скажи, я загораю. Да. Солнечные ванны очень полезны. Особенно для кошек. Вот развлеклась-то, Алиска. Для тех, кто очень любит замечать какую-то грязь у меня на видео. Да, стол грязный, и это не отмывается. Мы на нем весной выставляем рассаду, и это все, что течет с поддона на него иногда. Вот, и в принципе он не отмывается. Да мы особо и не стараемся. Так, все, сбаламутили девку. Загар неровно ляжет. Пойдемте, не будем мешать. Дали, не мешайте мне загорать. Все, не хочет уже позировать. Пошла. Ага, вот куда мы спрятались. Чтобы мамка не нашла. Нет, мамка и тут нашла. Ну что такое, а? Что за жизнь? Алис, я знаю все твои лазейки. Так что я знаю, где ты прячешься. И одна, и вторая, и третья лазейка. Все знаю. Ну ладно. Сиди там.
Мы пока никуда не едем еще. А ты уже спряталась. А, вот, кстати, дополнение для тех, кто переживал, что кисличка доживает последние свои дни на грани вымирания. Вот, смотрите. И она в процессе цветения. Вот такой цветочек. Вот еще один. И там еще есть внутри бутончики. Так что вот так вот она чувствует себя просто замечательно. И была бы у меня зелененькая, она бы тоже себя чувствовала замечательно, потому что с этой травкой мы общий язык находим. Вот. Но, к сожалению, как я уже говорила, зелененькая у меня погибла. Не потому, что там что-то я ее не поливала или за ней не ухаживала. Просто я давала росток маминой знакомой. Вот. А она после этого там, ну, не сразу после этого, она через какое-то время уволилась. В общем, с ней уже контакта нету. А оказалось, что у меня остался старый, как бы старая часть кустика. Вот. Новым я поделилась, а старенький у меня остался. И он, видимо, не выдержал разделения куста и погиб. Так что вот так вот. И это кто это кверх тормашками спит? Киска раскоряченная, киска. Ага, подглядывает одним глазком. Это кто подглядывает, Алис? Кто подглядывает? Да, кто меня разбудил? Кто такой нехороший, а? Кто это нехороший такой? Разбудил кошку. Эту кошку разбудили. Нехороший человек. Любимое место. Кресло. Вот никто не должен занимать любимое Алискино кресло.